Пока убирала в доме, заметила много слаймов в каждой комнате. Настя, хочешь поиграть слаймами? Конечно, хочу. Пошли поищем? Давай. С какой комнаты начинаем? С вашей. Ну, побежали. Будь внимательна, чтобы ничего не пропустить. Нашла! Так быстро! Ух ты, молодец! Слайм в виде чего? В виде единорога. Как Настя любит. Он радужный. Класс. Ага. Он такой холодный, мокрый. Это такие слаймы должны быть? Ну, конечно. Ой, какой холодный, какой красивый, перламутровый. А баночка такая красивая. Красивый перламутровый слайм. И баночка в форме единорога. Да. Ну что, продолжаем наши поиски? Ага. Нашла. Настя быстро находит. Такой классный. С ароматом черники. Интересненько. Опа. Открываем. Интересно, такой же аромат, как и у маркера? Это тоже слизь. Какой он красивый, полностью синий цвет. И такой классный, да? Понюхай. Очень приятный аромат черники. Похоже на жвачку, аромат как у жвачки. Второй слайм. Давай ты мне будешь помогать с этими слаймами. Идем в поиски дальше. Моя комната. Тут уже посложнее искать. Посложнее. Они все на видном месте. Это слайм-пердушка. Создает звуки. Пробуем, создает ли этот слайм звуки. Он какой-то твердый такой. Ой. Ребята, вы это слышите? Он такой красивый. Он похож на лизуна, правда? Да. Такой густой, смотрите. Вау, класс. Класс? Угу. Это лизун. Ой-ой. Настя, ты что творишь? Это не я, это лизун. Стягиваем. Класс. И надуваем. Побежали в следующие комнаты. Думаем, может, что нас ждут еще слаймы. Я тоже так думаю. Идем уже вниз. Внимательно, внимательно смотри нас. Нашла! Молодец! Идем вниз, будем распаковывать. Смотрите. Это самые интересные слаймы сейчас. Аромат у нас яблочко. Зеленое яблочко. Яблочный слайм. Вот сейчас будет приятный аромат. Мылом пахнет. Или какого-то шампуня. Точно, Настя. Аромат зеленого яблока. Мыло. Мыло, шампунь тоже бывает с ароматом зеленого яблока. Нет, просто как кисель. Только очень-очень пахнет, да? Да. Как ты думаешь, в этой комнате есть слайм? Да. Как ты так их замечаешь сразу? А вот так, внимательно. Упс. С ароматом винограда. Ну да, видно, что виноград. Вау, такой красивый оттенок розовый, да? Втягивайся.
Вау! Ребята, не знаю, ли вам видно, вот такой самый красивый оттенок. У него темно-виноградный цвет. Камера передает намного светлее цвет. Он очень красивый. Смотрите, он сам туда залазит. Классно. Одноглазый. Чучелоид остановляется здесь. А мы идем дальше. Продолжаем поиски. Там ничего нет. А на кухне? Нашла! Как же быстро Настя их находит. Помогите. Давай, помогу. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Следующий слайм для Насти. Арбузик. Три глазика у него, Настя. Я боюсь его. Не иди за мной. Слайм с ароматом арбузика. Сейчас увидим, пахнет арбузиком или нет. О, понюхай мои руки, они очень Любимый аромат. Настя очень любит жвачки с ароматом арбузика, да? Со вкусом арбузика. А, кстати, вам не кажется, когда я слаймы достаю, то он в форме баночки? Ну да. Слайм принимает форму ведерка. Настя делает маску со слайма. Он лучше тянется, правда? Да. Как предыдущие. Смотрите, класс. Опа. Как приятно. Вот эта полоска очень приятная. А давай мы с тобой еще пойдем на улицу. Может, давай. Там еще нас ждет новый слайм? Давай. Так, выходим на улицу. Как ты думаешь, где же может быть слайм? Нету? Здесь закрыто. Вот это уже сложно, мам. Да, вот это уже задачка. Там Настя когда-то пряталась с мамой. Когда мы играли в прятки. Мальчики нас искали. Так, смотрим внимательно, где же может быть слайм. Побежали, побежали. Вот он. Мусорный бак. И на мусорном баке слайм. Ведерко тоже в форме мусорного бака. Наверное, он какой-то там неприятный на запах, да? Вообще. Ну ты, Саша, никого не стесняешься. Да ты что? Какой аромат? Смотрите, какой там мусор внутри. Просто не очень приятный. Противного запаха нету. Да. Зеленый. Ой, холодный. Как... Холодный, потому что был на улице. Да. Как зеленая невидимка, да? Тянется хорошо. Класс. Фу, воняет. Этот слайм мне очень нравится. Он красивый на цвет. Хорошо тянется. Ой, как пленочка получается. Да. И самый-самый большой. Большое ведерко и большой слайм. Какие они все классные! Саша, зачем ты перемешал их? Настя, а что? Интересно, какой получится цвет? Я хотела играть по отдельности, а ты почему их перемешал? Тебе что, не интересно, какой получится цвет?
Ну ладно, давай посмотрим. Можно я помешаю? Он просто очень гигантский. Посмотрите, какой красивый. Крутой, Саш? Угу. Он даже красивее, чем этот. Ого! Это не видно. Мне больше всего нравится вот этот слайм. Класс! Ребята, обязательно напишите в комментариях, какой вам больше всего слайм понравился. Лайк, подписка и всем пока-пока! Пока!